Президент России Владимир Путин во вторник дал старт в подаче газа в Крым с материковой части России. Таким образом, завершены работы по присоединению газотранспортной системы полуострова к основным газовым магистралям Российской Федерации, сообщает РИА Новости. Это еще одно очень важное решение для развития Крыма на длительную перспективу. Имею в виду, что поступление российского магистрального газа на Крымский полуостров позволит нам создать совершенно новую обстановку с точки зрения развития всего комплекса, экономического комплекса, всего комплекса рекреационного, развития социальной сферы в Крыму и Севастополе. Теперь все потребители Крыма обеспечены бесперебойной подачей газа. В торжественной церемонии по видеоконференции участвовали председатель Совета министров Республики Крым Сергей Валерьевич Аксенов, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Владимирович Овсянников. Общая длина газопровода почти 359 километров. Это включает в себя и переход через Керченский пролив. Также глава государства поблагодарил всех, от строителей до инженеров, кто был причастен к строительству газопровода из Краснодарского края в Крым. Электро